А Тим тут что-то вот наблюдает. Тим, расскажи, что там. Почему щелочку, почему жопочку сидит тут? Мы пошли прямо завтракать. Всем приятного аппетита. Первый раз, когда я уже одета, обутая, выхожу уже на улицу, а все у нас так завтракает. Прям первый раз. Пока, Артём. Как ты тут будешь? Потому что у меня к 8 дежурная. Ты будешь у столовой стоять? Дурак, да? Да. Всё. Ребят, мы уже прям пришли со школы. Гудеморга. Ау. Я сейчас буду делать уроки, потому что нужно делать уроки, так как я прихожу из гимнастики поздно. И лучше сейчас делать уроки, а нежели потом. Что-то висит. Вот, и у нас сейчас была репетиция. Ну, я вам засняла кусочек зала. И четверг, ну я вам потом еще скажу, что мы там будем делать в четверг. Ребят, сейчас опять ночь. Я просто... Я делала уроки. Ну, то есть занималась своими делами. Вот. И вот легла спать, просто вырубаюсь. Так что я вам сейчас скажу спокойной ночи. И до завтра.